Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в этом ролике будет четвертая часть масштабнейшего открытия новых ивентовых кейсов Summer 91 у меня на канале. Кейсы будем открывать, как обычно, вместе с Дашей, и перед началом этого ролика я хотел бы попросить вас набрать на нем 200 лайков. Я думаю, что вы сможете справиться с этим безо всяких проблем. Ну а также не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали. Всем приятного просмотра. Тактику мы не знаем, но... Ну, будем держаться. Пятый. Четвертый, так. Третий. И второй, ну да, подряд. 5-4-3-2, классно. Но в любом случае это уже неплохо. Еще пробуем. Пятый. Третий, я думал опять. Второй. И второй. Не, это уже как-то такой так. Ужас. Кстати, заметь, до сих пор не упала ХКшка. До сих пор. Она не упала до сих пор. Сука. Три кейса попробуем. Опять пятый. Каждый новый вот этот прокрут с первого кейса пятый тир падает. Третий раз подряд. И падает эта ХКшка, да. Стоило мне только сказать, что она падает, она упала. Можете пройти седьмой тир, пожалуйста? Ну все, слушай, теперь прямо... А то что-то седьмого тира не падал ни разу. Да, кстати. Так, тактика... Нет, тактика пока по три кейса временно приостановлена. Снова вторые тиры пошли. Возвращаемся к тактике 4 кейса. Почему каждый крайний левый кейс пятый тир? Почему? Оно работает. Не знаю. Не, мне, конечно, нравится, что оно так работает, но почему остальные кейсы фигню дают? Так, два кейса. Не, с двумя кейсами так не работает. Два вторых. Хрень. Давай сейчас попробуем фастиком пооткрывать по одному. Сколько? Не знаю, это по внутреннему чутью. Пока вот я внутренне чувствую... Ты, кстати, хотел изменить ника до того, как выйти ты на... Ой, этот ивент, да. К слову. А, ну, к слову, я как бы дурачок немножко. Да не здравствуй. Ну, просто мы ник так и не придумали. Я хочу красивый, чтобы он с тобой был связан. Почему не забедать не сам? Потому что это так. Ну, который тебе нравится. Ну, так он мне и будет нравиться, и просто еще будет параллельно с тобой связан. Ва, ну ладно. Так, кстати, четвертый и пятый. Можно так продолжение? Третий, нет, не в ту сторону. Можно и седьмой, пожалуйста. Мне бесит этот пятый, ты и. То есть у нас был четвертый, пятый, потом третий и второй. То есть, по идее, мы сейчас должны снова подниматься. Третий, да, мы снова поднимаемся, подожди. Нет, второй. Нет. Нет. Ладно, все. Тактика. Это пульс какой-то. Седьмой тир. Да! Да! Наконец-то. Пожалуйста, все, что угодно, кроме тактула. Молю. Так, я уже вижу, что выпало. Твои ставки. Хрен его знает, бабочка пусть будет. Нет, не бабочка. Пробуешь угадать, я говорю. Пробую. Хер. Нет. Перчатки. Нет. Бельмо? Нет. Ты давай. Топорик, топорик. Ну, по-божески, слушай. Нет, я уже доволен, потому что топорик я в любом случае себе хотел брать. Я говорю, я буду доволен любым. Самый лучший топорик вообще. Ну да, вот чисто как скин на топорик, я считаю, это лучший топорик вообще в игре, который есть. И когда я себе куплю, получается, фросты, а я их себе куплю обязательно, он, мне кажется, идеально будет прям смотреться к фросту. Ну, хуй знает. Может, еще один порезать? Нет, второй тир. Ладно. Так это, оно так и не работает. Не, он не упадет. Ну, а прикинь, нам же падало 2 седьмых подряд. Ну, было же один раз с варпейнта. Ну, это через кейсиков 10. 20 будет. Плюс-минус. Не, ну, типа, если как через этом, кейсиков... Не, ну, если через кейсиков 10-20 еще упадет, я только рад буду. Потому что теоретически кейс меня... Будет. Ну, потому что кейс меня может вообще послать нафиг и не выдать больше ничего. Объективно он тогда может сделать. Ну, всегда. Поэтому, если выпадет еще седьмой, я буду доволен, в принципе.
Я единственное еще расстроюсь, если выпадет еще раз топорик. Вот если мне дубликат топорика еще раз выпадет, я искренне расстроюсь. Это прям обидно. А ты хотел как секундиться, чтобы два дубликата, два подряд было. Ну, как бы не надо. Не надо. Так. Поэтому Вася своих мечт. Мечтание, хз. Так, ну пока какая-то такая у нас фигня пошла. Вторые, третьи. Такое. Давай попробуем 4. Не, давай не 4, давай 5 фастом хочу. Го 5 фастом. 5. Раз. Ну, не трогаем. 2. 3. Не, нифига. 1 четвертый, 3 третьих, 1 второй. Ну, по-божески еще. Яко. И теперь 5 порежем. Поехали. Давай. 5. 3. 3. 2. Ужас. И 5. Не, ну это в принципе не ужас. Ужас. Не, 2 пятых, 2 третьих. Надо 7. Ну, как бы... Давай попробуем по моей тогда. Так, третий тир. Ну, блин, реально, ну дай второй, ну, седьмой. Не, ну, типа, тут уже реально надо бы второй, седьмой. Любой хотя бы. В принципе, даже если Тактул выпадет, я буду рад, честно. Ну, давай. Что, если нет, так то выпадет, а ты будешь допивать сотку или 80? Сотку. Мне же... Я же... Мне 6 седьмых тиров как раз же без тактула. Ну, если тактул... А, чё? Ладно. Не, ну смотри, типа, если выпадет тот скин, который тебе нужен, и тебе будет не хватать, типа, 4. 6. Ну, почему не 7? Да. Я, конечно, не жалуюсь. Ну, блядь, дубликат. Как ты и хотел. Так, 6, 5, 4, 2. Нормально. По 4 кейса, кстати, нормально идет. Ну, кстати, нормально. Да, да, нормально. Да, да. Это нормик. Давай только медленно. Сик. Ну, пожалуйста, дай 7 тир. Ну, любой. Дай. Ой-ой-ой. Дай 7 тир. Я слишком много открыл. Ну дай 7 тир, еще один. Ну, в принципе, 2 четвертых, 2 третьих, 1 второй, это неплохо. Мягко. 1 режем. 4. Ладно, хорошо. Давай по 3 кейса попробуем. 2. 2. 6, да почему 6, не 7? Я не жалуюсь, но дай 7. Видно. Типа я не жалуюсь, окей. Это, ну, кажется, шанс 0,25%. Ну почему? Да, типа я не жалуюсь, 6 тир это хорошо, там все дела, я не жалуюсь ни в коем случае. Ну блин, ну почему? 3 вторых в линию, классно. 4 попробуем. Хуетень. Два четвертых, два третьих. Вот это реально херотень. Фастом. Это не мат, поэтому все окей. Второй, третий. Ну да, хрен это лось. Вот, поэтому все окей. Третий тир. И третий тир. Ну блин, а. Ну выдай. Выдай ты 7. Ну все, я... Время, кстати, уже? Что? Время 8. Ну, как бы не мы такие кейс такой. Выдал бы раньше, пошли бы давно. Ладно. Уже домой, как бы все. Не так дома, как бы. Это где-то еще. Я образно. Опыт. А то вижу, то, что у меня потемнело как-то резко. 5 кейсов режем. Одни третьи.
нормально. Реально, 5 третьих тиров в линию, чисто. И предлагаю напоследок открыть 5 фастов. Погнали? Давай. Раз, два, три. 2 четвертых, 2 третьих, 1 второй. Ну окей. Какой ужас. Не, ну это не прям ужас. Все, один нужный седьмой тир, кроме Тактула, и все. Это уже, кстати... Это изи фарм. Второй тир. Второй тир. Пятый тир. Такое. Ну, кейс, ну не жлобись ты. Третий. Второй. Пятый. Ну, хотя бы один пятый падает, в принципе, это неплохо. Пятый. Четвертый. И второй. Не надо сказать ничего, ну хочется седьмой, но типа он должен выдать чисто хотя бы даже по количеству кейсов уже. Третий, второй, третий. Ах, давай попробуем один фастом. Второй тир. Я тебя услышал. Не, меняем эту тактику, она не рабочая, все. А, Патрики. Что я так уже много чудана? Угу. По два попробуем. В принципе, если они какой-то ивент же пропустить должны будут. Да. Если должны, я за то, что пропускали пиратский. И мне кажется, так и будет, скорее всего. Странно то, что в Summer Event Что не добавили? Например, не знаю. АВП какой-нибудь ходят. Не знаю. Четвертый. Третий. Третий. Где седьмой? Где он? Ну ж почему шестой? Ну тебе сложно до седьмого докрутиться. Один шестой, два вторых. Не, ну типа это нормально, это да, это дубликат, как бы это все окей. Но просто... И три вторых в линию, классно. Классно, не, нам... Короче, если седьмой тир не падает, мы 100% не скопим на дубликатов. То есть нужно, чтобы все равно упал хотя бы какой-то седьмой. Давай сколько дубликатов? Ну тут падала, по сути, фигня, поэтому тут дубликатов будет немного. 92. Я ставлю, что даже меньше 90, где-то 88 ставлю. Нет, 90. Ну что ж, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился, поднял вам настроение и сделал ваш день чуточку лучше. Завтра будет финальная часть открытия этих кейсов. Не очень масштабная сама по себе, но в ней вы увидите, куда я потратил свое нереально огромное количество дубликатов. Рекордное лично для меня и для моего канала. Ну и мы осмотрим все эти скинчики вместе с вами. С вами был Геймерус. Увидимся уже завтра на новом видео. Всем пока-пока и удачки.